Я опять к вам за водой приеду. Я скажу, там привезли. Я 5 часов сижу здесь, жду. Как сказали, нет и нет, и Женя уже 3 раза звонил, что-то какой-то железки вот не хватает там у вас. Вот болты разрывает. Значит, идите сюда, еще подбежать рядом, я покажу как. Только ровно сделать, никуда не надо не оставлять. Так вот еще. Надо было ножом разровнять как маленько, а потом бы грейдером. А сейчас как ровно? Грейдером. А каким ножом? Ты, Володя, потом там воды налейте, бутылку и что-то, холодной воды. Вот смотрите, вот до сих пор, когда обратно пойдешь, до сих пор, нет, все-таки. С этой вот какое дело. Вот где кирпич лежит, вот туда, чтобы не попало ни в какой-то щебень. Вот смотрите, вот мы сейчас вот это разрабатываем, сколько можно. Один раз пройдете туда. И так как-то проехать надо, чтобы туда не попало. Там песок вон такой. Занимаю, был бы еще ножом бы разровнять. А он сейчас вот так вот будет скакать. Ну, а потом что? А потом вы его захватили раз, другой. Так, теперь оттуда, когда пойдете, там у нас прорыв, потому что давно лежит-то. Прорыв надо будет, вон где я пойду в дерево туда. И оттуда и сюда, чтобы заровнять, то есть сюда подвести. Я специально оставил большой промежуток, машины такие, неделю-то, слышал. По-другому никак нельзя. То есть вот это чуть-чуть сбейте. Брат, привези полторашку воды холодной, а для шофера. Будет это пустое для нас. Мы разровняем. Да, приехал. Только туда, чтобы ни отхода, ни отсюда не попал туда дрова. Да, до кирпичей дойдет он, который красное видно, я буду рядом. Давайте. Посмотрим сейчас за ним, потом воды принесу. Банку там с хорошей пробкой, чистую. Чистой воды налить холодной, дать ему банку эту 5-литровую. А я Никите уже сказал, он полторашку привезет сейчас. Здесь.
где-то только в конце подтянуть, там 2 метра не хватило до кирпича. Я буду стоять впереди. Захватите маленько. Ну и на тот участок там много не хватило, где угодно, цепляйте его. Так, чтобы, если даже на середке где-то маленько песок, нас это не интересует. Главное, для колеи. Сейчас, наверное, развернетесь еще разок. Так остался. Вон оттуда и сюда.
Главное, чтобы везде песок закрыть. То есть здесь куча, там не куча, у меня не получается. Хорошо, наклоны надо.
он все подправит, вот тут наляпает. Потом лопатку, потом его там еще. Тут ведрами таскать и засыпать куда надо. Он, видишь, я как сделал, как надо, и круглое, и все как надо. А брать-то больше ниоткуда ему. Большая. А как он сделал? По-другому никак, он вручную его наклон не дает. Овечки идут. А? Овечки идут.
Нас коровы испугаются, надо отойти. Вон идут. Ну пошли. Добрый день. Добрый день. Ну все, да? Все, да. Это хороший.